Ребята, всем привет, с вами Александр, у нас Атака Юрского периода в игре Jurassic World Alive, и нам нужно столкнуться с существами из культового фильма, ну, мира и парка Юрского периода, Брахич, Рекси и Велоцираптор, в общем-то, вот таких я существ выбираю, то есть суммарно мы из существа меньшего уровня, но у меня на подстраховке есть трики, которые однозначно все порешают, но мы постараемся, конечно, его поменьше задействовать, а может и вообще не задействовать. Так, с кого начнем? Ну, начнем, думаю, с вот этого парня. Так, брахи. Что у него там по ударам? У него есть опережающий... Это не страшно, но у него есть двойной урон. Давайте мы исчезнем и попробуем нанести максимальный урон. Может, мы его за один удар пробьем. Ну, не получилось так, как хотелось. Блин, я его не пробиваю. Ну, крит, шанс критаж всегда есть. А, опережающий. Черт, он щит поставил. Так, что там по перезарядке? Перезарядка 1, то есть он мне сейчас уже может атаковать двойным уроном. Давайте свалим. Сейчас двойной урон опять прилетает. Это если крит, то он пробьет. Так. Нейтрализация. А, он не использовал опережающий сейчас. Так, ну Брахич-то потрепал неплохо, да? Ну, в принципе, он нанес по 1700 урона, а я снял с него пятерочку. Черт, это двойной урон летит нам. Это хана. 1300. Блин, ну... Ну ладно, не хочу меняться. Сливаем. Раптору. Ну... Мой Early Dominus, он быстрее. У него немножко вкачана скорость. Сейчас я покажу вам. У него 136 или 100, сколько там сейчас скорости. Ну, классайся, покажись. 133 я ему сделал специально, чтобы быть самым быстрым из простых. Ну, вот так, раптор это, конечно, фуфло. Так, а теперь вот Рекс. Опять же, пробуем. Если фартанет нам, и мы уклонимся, надеюсь, уклонимся, потому что первый раз мы получили по шапке. Да! Ну, критани. Критани. Здесь нет брони, Рексу хана. 5700. Это было без крита. Я бы и Брахича пробил, если бы он, зараза, не поставил щит. Ну, вот так. Давайте соберем наши награды. Галимивчики, паразауролофы, дилосы редкие, трицики редкие, рексики и брахичи. И у нас еще есть инкубатор. Это 15 минуточка. Такое, ни о чем. Ну и гуанодончики пригодятся. О, арамбургерианы нужны. Арамбургианы. Вот так, правильно. Так, атака Дима Дактиль у нас, ребята, блин, не успел, что-то нажал раньше запись, чем показал вам картинку, но противники у нас просто жесть. Они все с кровотечением в основном, вот Дима Дактиль один из них. И там Дима Дактиль, Тупуксуара, Диморфодон, по-моему, что-то вот такое. Надо их как-то побыстрее уничтожать, они сейчас начнут дико подменяться, как обычно.
Давайте ускоримся. На следующий ход стоит взять невидимость. А вот она. Вот Тупуксуар. Тупандактилус. Ну, Тупуксуара. Так. Мы ускорились. У него... Это была контратака? Офигенская контратака была. Так, надо узбагоить этого парня. Блин, выжил. Это была контратака только. Holy shit. А, блин, зря. Он подмениться не может. Перестарался. Так, ну пока что 2-0. Но Магнеперитора я потеряю, скорее всего. Так, кто у них там остался? Вот, Диморфодон остался последний. А, оно еще и быстрее меня оказалось. Давай так. Может, без потерь обойдемся? Ноль 25. Ну, 4 хода. Блин, а. Че он будет дальше делать? Ладно. Подменимся. Ай, черт, а подождите. Я думал, что я двоих пробил. Как так получилось? Вот почему кровотечение мне. Вот когда я подменяюсь, блин, а мой удар приходит на пустое место. Противник еще не успел подмениться. А вот он, гаденыш, подменился, и кровотечение мне четко попало. Шляпа какая-то. Чао, какао, пернатые. Вот такой вот Димодактиль. 15 косарей, это всегда приятно. О, и Димодактили насыпали нам. Мирагея, Майюнги, куда их девать, 64 тысячи. Можно было бы их продавать хотя бы за монетки, блин, было бы круто. Вот так. Так, ну и нам тут немножко насыпали. О, ну тут все готово, так надо собирать, ребята. Еще 100 клеточек не помешает, а то их эпических маловато тигриков. Та-дам! Можно качнуть на 20 уровень теперь его. Так, и тут инкубаторы альянсовские. Еще почти 3 дня, чтобы добить инкубаторы до нужного уровня. Так, здесь у нас уже бронза, а здесь серебро. 3-4 ранг. Так. В общем-то, и против этих ребят, кем пойдем? Вот так вот хочется мне пойти. Так, у тебя какая скорость? 124, здесь 128, 102, 129. Ну, примерно понятно. Ну, хочется просто использовать немножко других существ. Начнем, наверное, с самого быстрого все-таки, а потом будем подменяться. Так, Стиги. Стиги что будет делать? Ставить щиты. Если кританем, то пробиваем. А, и так пробили, отлично. Так, Рекси. Давайте сделаем вот так. Вот, может, паралич даже сработает. Сработал. Так. Ну, мы, по идее, переживем же один удар. Вот этот.
пережили. Ну, дальше просто добиваем. Вот так вот, 26-го Рекса положили. Так, и теперь медленный, да? А, ну не совсем медленный. А ну давай. Просто слиняем. Я вообще-то хотел кровотечение. Блин, на трики подменился. Блин, сейчас будет прилетать сильный удар. 1800, я его не выдержу просто так. Блин, а трик его сейчас просто убьет контратакой, блин. Я хотел не так. Можно не контратаковать, я добровольно отказываюсь от контратаки. О, нормально. Вот я хотел. Вот этого парнишку посмотреть еще. Хочу кровотечение. А оно сработало вообще? А, то есть я не успел, да? Обидно получилось. Ну ладно, придется так его добить. По старинке. Надо было с него начинать. Так, и есть у нас тут инкубатор. А, этот так поставим.